Здравствуйте! Сегодня у нас складной нож Раджа 2 от компании Cool Steel. Вот такой немалых размеров нож, откровенно говоря, комплектуется в такой упаковке. И, собственно говоря, по самому ножу. Не маленький, а вот именно вот такой. То есть, чтобы вы понимали, это... У меня рост 1,80 м и вес 7 кг. И вот буквально, сейчас мы его разложим, конечно. Вот такой малыш. Раджа 2. Сталь АОС 810A. Made in Taiwan, имеется такое рифление, которое способствует открытию данного ножа. Рукоять из полиамида, очень плотный материал, такое рифление, стянут винтами, отверстие темлячное имеется, очень мощная клипса, ну, в принципе, соответствует данному размеру ножа. Прямые спуски от обуха и очень такая вот выраженная режущая кромка. Такое ощущение, что здесь вот только не хватает ему еще и ребра жесткости. Знаете, как бывает при мачете таких. Но при этом спуски очень хорошо сведены. Порядка точно здесь не более 0,5 мм. Вот такой. Ну и поскольку очень надежный при закрытии открытия, то есть этот механизм, ну можно вот так стать. Вот такой складнище компании Cool Steel.